Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу, который без вложений, EvoClix. Значит, букс не платит, не тратит на него времени. Я поставила на вывод 2 доллара, минимум там было. Это было 24 числа. Как бы во вкладочке, где апгрейд, там написано, что вывод типа инстантом. Ну, я ждала. Я зашла на форум, почитала информацию. Последний вывод был 23 числа. Вот, потом я на форуме тоже оставила запись. Ну вот, вчера я зашла поздно вечером в этот букс, и на что мне было написано, как бы в кабинет не зайти, моя учетная запись, ваша учетная запись приостановлена. Вот так. Это супер. И сегодня вот я захожу, вот EvoClix, вот ошибка 509, переведем на русский. Превышен предел пропускной способности. Так, сервер временно не может обслужить запрос в связи с тем, что владелец сайта достиг его, в общем, может, типа того что-то. Так что букс не платит, не тратьте время. К сожалению, такого бывает. Всем удачи, больших заработков. Будут другие буксы, которые платят. До новых встреч.